Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртрегером быть легко и приятно. В то время как пролетарии грязными руками копаются в солидоле или лопатами вспахивают, не знаю, там, озимые, яровые, я не разбираюсь в этом, слава богу. Я как культуртрегер сижу в уютной квартире и читаю хорошие стихи. Вот эта вот книга Эмиля Куни «Бухта ложных вестей» вышла в свет в 96-м году века минувшего. И к выходу этой книги, признаюсь честно, я изрядно приложил свои силы вплоть до поиска и восстановления утраченных текстов Эмиля Аркадьевича. Эмиль Аркадьевич Куни – это один из, наверное, трех лучших камчатских поэтов за все время существования литературы на полуострове, человек с очень интересной биографией, и флиец, но вы все равно не поймете, что это такое. Даже если найдете в так называемом интернете аббревиатуру ИФЛИ – Институт философии, литературы, истории. Участник войны, учитель. Но, к сожалению, ни одна книга его художественных произведений при жизни – в свет не выходило. Выходили его книги о судоверфи, о Петропавловске, а художественное творчество осталось только на страницах газет и журналов. И вот уже после смерти Эмиля Аркадьевича мы с его сыном решили выпустить в свет книгу. И в 96-м году, в лихие 90-е, в святые 90-е, удалось эту книгу выпустить. Кстати, портрет Эмиля Аркадьевича на обложке – это гравюра известного командорского художника Сергея Пасенюка. А теперь пришла пора читать стихи. Эмиль Куни. Исповедь отпускника. Отпотел, отчавкал и отшаркал, отгорел и отплескался день. На вечерних пляжах дышит жарко на песке жиреющая лень. Тенты ждут спасительного бриза, моет гальку бархатный прибой. И считают звезды кипарисы над моей бездумной головой. Без собачек чеховские дамы в автоматах чавкают грошом. Не житье, журнальная реклама. Дешево, удобно. Хорошо, лет до ста, не чувствуя усталости, проживешь, вкушая этот мед. Только под холодным чувством жалость по ночам покоя не дает. Жаль мне князя Игоря в неволе, постарел, наверное, стал седым. Понимаю, половецким полем и меня арканом держит Крым. Отпуск, отдых и нервиз без толку. Половчанка на свидание ждет. Дай мне волю, я бы серым волком побежал стремглав в Аэрофлот, только б засверкали в тучах пятки. Сел к пилотам и не клят, не мят, на Камчатку, паря, на Камчатку, в небе гуси лебеди трубят. Напрямик по облачным отвалам лихо, как на праздничной гурьбе, в вихре звезд тысячемильной слалом, и припал к Авачинской губе. Отдышался, сух ли, братец, порох, не возьмут ли пурги на испуг. Здесь, мой друг, мне каждый кустик дорог, каждый камень ждет голодных рук. Мы с тобой мужали год от года, и премудрость жизни такова. Кончен отпуск, чертова работа, тунгутун, засучим рукава.
И стихотворение «Мой край» из этой же книги Эмиля Куни «Бухта ложных вестей». Край земли, где на скалах родятся циклоны, распускаются бурные розы ветров, каменеют березы на обрывистых склонах, словно жены в моря, проводив рыбаков. Край России, забытой, замытой дождями, заметенной и в мае снегами до крыш. Ты сердца сыновей приковал якорями, и в ненастье для них маяками горишь. С пирамидами сопок, в осколках болотец, с тундрой белой и ровной, как чайный поднос. Мне тебя преподнес прадед землепроходец, завещая хранить и любить преподнес. По горстям я оттаивал тучную просень, и теперь в наших песнях поется о том, как ты ожил, в цветенье своем плодоносишь, по эпохе одетой в гранит и бетон. И среди земляков, у кого ни спроси, не согласны мы с картой, ответят, хоть режь. Те, кого одарила почетом Россия, занимают по счету передний рубеж. Эмиль Куни. Книга «Бухта ложных вестей». А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится слушать хорошие стихи, которые бы сами вы без меня никогда не узнали. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации по подсказке в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.